Торжественное вручение паспортов провели в картинной галерее. Главный документ получили 8 подростков. Теперь список прав и обязанностей у ребят стал шире. Так, с момента получения паспорта юные россияне могут самостоятельно обратиться в суд для защиты собственных прав, устроиться на работу и зарабатывать. Правда, работа может быть пока только временной и в свободное от учебы время. Паспорт вас уравняет не только со своими сверстниками, может даже с родителями. Имея паспорт в кармане, как вы себя дальше поведете? Я думаю, достойно, уважительно, но вы, по сути, имеете документ, который вас уравнивает со всеми остальными гражданами Российской Федерации. У подростка с 14 лет появляется уголовная ответственность. Например, кража, убийство, разбой, вымогательство и другое. Еще у подростка появляется имущественная ответственность. Это, например, если порвешь сумку, то надо будет отвечать за свои поступки.